Отведи от шариков. Да, могу поставить. Чё, куда поставить? Мы в трусах. Нет, на самом деле тебе бы лучше ближе к трусам тусоваться с боссом. Да. А мы в квадрат идем на ту сторону. Угу. Там он просто, вот, дракон туда и прилетает, к квадрату. Поэтому там быстрее будет. О, нихуя себе, рыба стоит. Да, сейчас босса никто не бейте, ждем, когда Весперон прилетит. Прилетает Весперон и быстренько его расхерачиваем. Если вдруг, смотрите, если вдруг по ДПС будем чуть не успевать и появится портал, все дамагеры, абсолютно все дамагеры, заходите в этот портал и залейте там быстро моба. Прислужник Весперона, его называют. Заходите в портал, быстро убивайте прислужника, потому что он будет дамажить объятиями по всему рейду. Там не сильно больно, не сильно больно, это прохиливаемо, но как бы желательно бы это все искоренить. Кстати, ребят, если что, если не получается в дырку попасть, прыгайте прям в волну. Вас не отбросит. И только именно прыгнуть надо. Давай, чекай, я таймер дам. Я в твоего напрыгну для раги. Да, все нормально. Он мне абсолютно не мешает. Ну, прибытие бесправно еще 1,5 минуты. Лава, смотрите аккуратно. Под морду к боссу не идите. Ну да, если под дыханием будет, то умрет нахер. Если его нет смысла бить, сейчас все равно как-то лестница. Ну, можете чуть поддамажить, но просто ВКД себе там на тринкеты на всю хуйню повесить. Мы ждем прибытия Весперона. Лава опять так же идет. Да. Но у меня сервисовский стоит. Плюс-минус должно быть правильно. У меня 40 секунд еще пишет. А сколько у него хп в актуале не завышенный, как здесь? Меньше хп. А не, они завысили у всех боссов. Двадцать секунд еще ждем.
Мало так же идет. Весперон опускается. На пол сдали. Еру надо? Не, не надо. Поздно кто-то уже дал. И именно Еру. Лава, сдвинулись ближе к квадратику. В расщелине стоим. Все, отлично, играем только с авторионом. Да. Можно было действительно такой пачкой попробовать даже плюс 2 спокойно. Ну, плюс 3 вряд ли, но плюс 2 точно можно было. Да, по-любому. В следующий раз можно уже будет плюс 3 пробовать. Повайпаться, по крайней мере, можно пару раз попробовать. Потому что я всегда этих сделал. Да, по сути, драки не такие сложные. Главное, чтобы просто хилы нормальные были и дамаги. Ну, короче, там, да, все нормально было. Да, ну по сути только это, от лавы отвали, да и все. Дальше тут никаких способностей новых нет. Дыхание, лава, все. Да не сильно там будет бить. Макс именно, что боссы там, ну, бьют слабо, то именно тактика просто Макс. Ну да, там просто тупо не зарыгнул. Я сейчас после сарта отойду где-то минут на 10, окей? Я попробую роли. Мать 100. Вопрос был, ешь кому-то от роли все?
Дискон, да? Дискон. Хотя успел сфоткать? Скидывай, там это, там новый лут сделаю. Я-то...